Оля! Ну, конечно. Вот она была. Подожди, не надо по мне. Не надо. Не надо, Оля, у меня не настолько толстая кожа, как ты думаешь, Ольга. Ты знаешь, сейчас на эту сцену выйдет очень мужественный человек. Очень один из самых мужественных людей на нашей эстраде, потому что он не побоялся в свое время кардинально, круто изменить свою жизнь и делал это много-много раз. Я, кажется, догадываюсь, о ком ты.